скорее бы уже январь закончился. Почему это? По-моему, самый классный и веселый месяц в году, нет? Ну, мы с телезрителями здесь последние деньки до зарплаты считаем. У Домового на этот счет есть своя примета. Она звучит так. Всегда оставляйте в кошельке хотя бы одну купюру или несколько монет. Они будут привлекать новые деньги. У меня же, дорогие телезрители, к вам такой совет. Просто положите в свой кошелек билет золотой подковы. Потому что у нас выигрывают! И сегодня в 73-м тираже «Золотой подковы» мы разыграем 5 призов по 500 тысяч рублей. Начинаем розыгрыш 73-го тиража лотереи «Золотая подкова». Призовой фонд сегодняшнего тиража составляет 21 миллион 511 тысяч 50 рублей. Гарантированный суперприз – 3 миллиона рублей. Что ж, а мы с удовольствием запускаем лототрон. 3, 2, 1, пуск! Мы начинаем розыгрыш первого тура. В первом туре мы разыграем 100 тысяч рублей. В первом туре вам раньше других нужно зачеркнуть 5 чисел любой горизонтальной строки вашего билета. Удачи вам. Прошу, первый шар. 41. 21. 57. 46. Внимание! Следующий ход пятый. А это значит, что наш гарантированный суперприз, который составляет 3 миллиона рублей, может быть разыгран прямо сейчас. Итак, пятый шар. 66. Сегодня суперприз «Золотой подковы» не разыгран. Его призовой фонд переходит в следующий тираж. Мы продолжаем первый тур. 59. 44. 72. 53. 85. Стоп, игра! В первом туре «Золотой подковы» выиграли сразу 7 билетов, приобретенных в Приморском крае, Республика Коми, Сахалинской области, Ненецком автономном округе, Свердловской области, Москве, Нижегородской области. И каждый из вас выиграл по 14 300 рублей. Поздравляем победителей! Поздравляем победителей! И переходим во второй тур. Во втором туре мы начинаем разыгрывать 5 призов по 500 тысяч рублей. Во втором туре вам раньше других нужно зачеркнуть 15 чисел верхней или нижней карточки вашего билета. Запускаем лототрон. 51. 9. 89. 49. 43. 78. 12. 15. 29. 28. 88. 24. 52. 17. 81. 42. 58. 35. 13. 1. 50.
39 69 67 34 67 36 86 86 79 79 34 47 80. Стоп, игра! Во втором туре выиграли 2 билета, приобретенные в Санкт-Петербурге и Свердловской области. Выигрыш 500 тысяч рублей на каждый выигравший билет. Поздравляем наших победителей. Поздравляем победителей! И переходим в третий тур. В третьем туре мы продолжаем разыгрывать призы по 500 тысяч рублей. В третьем туре выигрывают билеты, в которых все 30 чисел. Раньше другие совпадут с номерами выпавших шаров. Желаем удачи. Запускаем лототрон. Шестьдесят два. Сорок восемь. Тридцать два. Двадцать семь. Двадцать шесть. Тридцать семь. Тридцать три. Три. Двадцать. Семьдесят три. Семьдесят пять. Шестьдесят восемь. Восемь. Шестьдесят три. Сорок пять. Сорок. Стоп, игра! В третьем туре золотой подкова удача улыбнулась игроку из Краснодарского края. Вы выиграли 500 тысяч рублей. Поздравляем победителя! Поздравляем! В четвертом туре мы продолжаем разыгрывать призы по 500 тысяч рублей. Замечательно. Запускаем лототрон. 65. 4. 7. 16. Стоп, игра! Выиграл один билет, приобретенный в Башкортостане. Вам улыбнулась удача. Вы выиграли 500 тысяч рублей. Поздравляем вас. Поздравляем! Мы продолжаем разыгрывать призы по 500 тысяч рублей. Запускаем лототрон. 5. 83. Стоп, игра! Оставшийся приз 500 тысяч рублей поделили между собой сразу 4 билета, приобретенных в Свердловской области, Волгоградской области и Бурятии. Выигрыш 125 тысяч рублей на каждый выигравший билет. Поздравляем наших дорогих победителей. Поздравляем! Мы разыграли 5 призов по 500 тысяч рублей. Что ж, а мы продолжаем розыгрыш денежных призов. Размер выигрыша вы можете видеть на своих экранах. Запускаем лототрон. 23. 61. 55. 64. 6. 71. 30.
76. 25. 70. 56. 54. 82. 22. 38. 74. 31. 11. 19. 18. 10. Стоп, игра! Это был последний ход 73-го тиража лотереи «Золотая подкова». В лототроне осталось всего 3 шара. Это номера 90, 14, 87. Их зачеркивать в своих билетах не нужно. Это хорошие приметы. Если их нет в вашем билете, значит, ваш билет выиграл! Уважаемые участники «Золотой подковы», сегодня было разыграно призов на общую сумму 20 миллионов 115 923 рубля. Выигравший сегодня 121 342 билета. Поздравляем, друзья! Поздравляем всех, кто выиграл в сегодняшнем тираже «Золотой подковы». В следующем, 74-м тираже «Золотой подковы» мы разыграем для вас многочисленные денежные призы. Друзья, гарантированный суперприз следующего тиража – 3 миллиона рублей. Друзья, приобретайте билеты наших лотерей. Стоят они всего 100 рублей, а выиграть можно миллионы. Я от души желаю вам удачи. А после рекламы наше счастливое утро продолжит лотерея 6 из 36.